Смотрите, вот мужчина-инвалид встал с коляски, вот то, что я вам обещала. И вот его сейчас пытаются каким-то образом поднять. То есть инвалид должен был встать с коляски. С женщиной еще вопрос не решен, но я попытаюсь отснять. Он что-то там, коляску ставят на стопер и пробуют. А вот наших выпустили. Ну ладно, на том спасибо. Вот, наконец-то, не прошло и часа. Вот, а женщина с мужчиной стоят, инвалиды. Как эту ситуацию разрешит компания Wizz Air, я не знаю. Вот мужчина пошел. И дай бог, чтобы он был жив-здоров до конца полета, уж точно. Он и женщину поднимают. Посмотрите. Это произвол, это государственный произвол компании и тех, кто над ней. Это невыносимо видеть. Я этот ролик поставлю куда только можно.